Так, здрасте, дорогие друзья, приветствую вас на канале Casual Observer, канала по оружию, пострелушке и тому подобных делах. Значит, у нас сейчас тут небольшая подготовка к тренировке, вот я вот тут мишеньки ставлю, и вот как раз пришли мне мишени от компании Patriot, вот эти белые. И вот давайте просто ради интереса сравним, как по сути простую историю, то есть IPC-шная тарелка, можно реализовать. Вот, опять же, мишенька от Patriot стоила на 500 рублей дешевле. Она, но при этом пересылка была очень дорогая. Вот давайте посмотрим, как сделано, как делает лот. То есть лот берет проток 10 мм. Этот перекладинку делает. Затем, соответственно, просверливает опору. Тут вот, вот эту вот пластину. Соответственно, вставляет в нее этот проток. Подваивает здесь. И здесь, соответственно, наваивается такой вот квадратик. Тоже там какой-то проток. И... соответственно, вот так оно примерно стоит. Я специально сейчас воткну, как раз опять там, где было. Здесь она у меня будет. Так, вот, воткнули. Соответственно, поставили тарелку и бед не знаем. Вот, естественно, она уже так вот немножко тут выгнулась внутрь, но это фигня, это все правится. Вот, то же самое вот можно на той тарелке видеть, как оно выгибается. Ну, соответственно, это как ограничитель. Давайте посмотрим... вот, соответственно, ограничили. Посмотрим, как сделал Patriot. Собственно, вот опора. И она сварена из более толстых прутков. Причем сделано все еще проще. Условно говоря, два прутка. Перекладина. Еще одна перекладина. Тоже из того же куска прутка. Боковые. И, соответственно, бок наварен так, что в него, по идее, немножко упирается пластина. То есть, ну и, соответственно, здесь он заточен. То есть, если мы сейчас это... так, ну и сама пластина тоже достаточно массивная. Более массивная, кстати, чем пластина у лота. При этом смотрите, что получается. Вот я ее, скажем, сейчас поставлю. Это я тут на куст не обращен, сейчас мы его скосим. Значит, вот я ее вставил. Входит она немножко, несколько в песок у нас тут несколько хуже. Но, тем не менее, входит. Так, вот, пошла. Вот, сейчас я поставил пластину, такой белой матовой красочкой покрыта. Все, вот она стоит. Понятно. Продолжайте вести наблюдение. Мы с вами свяжемся. Свободно.